как договаривались. Кто спустится по лестнице, тот трус и козел. Давай, Витёк. Следующий. А чё я-то? А чё, боишься? Давай, давай. Страшно. Не отмазывайся. Смотри, подмышки не отбей. Слышь, Андрюх, может, спустимся? Че, дурак, что ли? Хочешь тебя козлом называть? Ты что там зависли-то? Да нет, а если случится... Все, тихо. Я прыгаю, ты за мной, понял? Ну чё, подмышки-то не отбил? Не. Мелкий! Давай, прыгай! Эй! Ну ты чё там? Если ты испугался, спускайся по лестнице, мы тебя ждать не будем. Подожди, он сейчас прыгнет. Просто ему надо собраться. Ваня! Давай, прыгай! Ну чего ты там? Ладно, Андрюх, пошли. Уже поздно, прыгай и спускайся. Ну и черт с тобой. Почему? Если я спущусь, они будут называть меня трусом и козлом. Да об этом никто не узнает. Ты что? Но ведь ты будешь знать. Ты будешь знать, что я не прыгну, что я спустился по лестнице. Да глупости, сынок. Я об этом никому не скажу. А ты прыгнешь в другой раз, когда ты сможешь. Правда? Конечно. Мам, я тут сидел, мне было так страшно. Если бы ты не пришла, я бы умер. Ну что ты, миленький, ну что ты говоришь? Я же здесь, с тобой. С козлами не разговаривают. Чё ты сказал? Кто козёл? Ты трус и козёл. А чё, не трус, что ли? Ну-ка, Андрюх, скажи, кто он? Трус. Понял? Ах ты сволочь! Андрюх, дай ему! Ты мне рубашку порвал, козел! Ты мне губу разбил, придурок! Да мать тебя убью!
А ну-ка, тихо оба. Мама! Тихо, я сказала, отец спит. Кто? Кто спит? Отец. Идите в дом. Это он. Точно он. Ну, здравствуйте. Здрасте. Здравствуй, пап. Выпьем. Понравилось? Не очень. Мне понравилось. Вам можно еще? Хватит. Закусывайте. Твоя машина во дворе? Моя. Прокатишь? Конечно. Мы с вами в поход поедем. Правда?
Правда. Завтра утром поедем. Правда, мам? Правда, сынок, правда. А рыбу будем ловить? Конечно, если нравится. Уроки делать будешь, что ли? Дневник будем вести, дурень. День ты, день я. Конечно. Конечно. Дневник конечно. Будем вести. Вы чего болтаете? Почему не спите? Все, мам, спим. Все. Что это вы в них напихали? Кирпичи? Куда столько? Через 2 дня будете дома. Там все нужно. Ладно, спите. Мам. А откуда он взялся? Приехал. Спи, завтра рано вставать. Thank you.
Иван. Что? Что, папа? Что? Что, папа? Почему ты не говоришь так? Что, папа? Вот уже лучше. Так почему? Стесняешься называть отцом своего отца? Нет. Не ври мне. Я не вру. Называй меня отцом, как положено сыну, понял? Да, папа. Молодец, сынок. Андрей, где мы? А, проснулся мелкий. Я думал, ты всю дорогу проспишь. Да ты сам все время дрых. Чего? Ну что, там далеко еще? Я думаю, 30 км осталось. Да. Куда это он звонит? Откуда я знаю? Я есть хочу. Терпи. До города недалеко. Там поедим. Папа так сказал, понял? Папа сказал? Да, папа сказал. А я сейчас хочу. Иван, достань фляжку в рюкзаке. Да не там, справа в кармане. Спасибо. Че, пьешь за рулем? Пью, хочешь? Нет. Закрыто. Пап, кафе закрыто. Да, вижу. Вижу. Так, Андрей, давай быстро узнай, где тут можно поесть. Это как? Ты что, тупой? У людей спроси, найди. Давай быстро. Одна нога здесь, другая там. А как же Андрей? Я не знаю. Захочет, наверное, если не маленький.
Иди сюда. Ближе. Что ты тут делаешь? Я? Я тебя спрашиваю, что ты тут делаешь? Пап, я нашел ресторан, там можно поесть. Ты искал его 3 часа? Я просто хотел посмотреть, пап. Мы там ждем тебя, а ты тут смотришь, стоишь, м? Думаю, это больше не повторится, так? Я просто отвечай хотел так. Я больше не буду. Ну, отлично. Пойдем пообедаем. Иван, идем. Я не пойду. Почему? Я не хочу есть. Ты же только что хотел. Перехотел. Да оставь его, папу, ну прямо как осел. Ешьте сами, я вас здесь подожду. Пойдешь вместе со всеми. Спасибо. Иван, через 2 минуты твоя тарелка должна быть чистой. Я не хочу есть. Время пошло. Ешь этот хлеб. Он грязный. А кто его, по-твоему, должен есть теперь? Никто. Выкинь его и все. У тебя осталось 30 секунд. Ты съешь суп и хлеб. Я пойду подожду вас у машины. Ты сейчас сядешь, съешь суп и хлеб. Понял? Да. Да, папа. Да. Ну ладно, садись. Ну что, все сыты и довольны? Да, спасибо, папа. Да. Отлично. Так, Андрей, держи. Зови официантку, рассчитывайся. Куда ты, куда? Сядь и позови ее. А как? Языком как? Девушка! Тетенька! Андрей, можно вас на минуточку? Можно вас на минуточку? Сейчас! Подождите меня на улице. Алло. Да, это я, привет. Че ты там с едой начал выпендриваться? Посмешнее бы что-нибудь придумал. Да пошел. Видал, сколько денег? Ну и чё? Чё? Здорово, парни. Деньги есть? А если найду? Хорошо. Угу. Чё ты сказал? Пусти! Серёга, уходим! Папа! Папа, они кошелек украли! Догони их, папа! А ты сам не можешь этого сделать? Ждите меня здесь. Папа, я не знаю.
накинули, мне тут папа. Найдет, убьет. Я бы убил. Он украл деньги. Он ваш. Как это? Так, по морде получили? Делайте с ним все, что хотите. Пожалуйста, не надо. Закрой рот! Чего ты стоишь? Он же тебя ударил, Андрей. Не надо, пап. Я не хочу. Иван, тебе тоже досталось. Ну-ка, давай, сынок. Отпусти его. Зачем тебе деньги? Жрать хотел. Иди. У вас нет кулаков. Ну, папа, я не ожидал. Ты должен был ожидать. Что бы ты делал, если бы я не вернул деньги? Не знаю. Ты же все видел в окно. Почему ты не вышел? Я разговаривал по телефону. Андрей, Иван, идите сюда. Берите вещи свои. Удочки не забудьте. Андрей, здесь хватит на 2 билета до дома. Вам нужен вон тот автобус. Почему, папа? У меня появились важные дела. Ну, ты же обещал, что отвезешь нас к водопаду. В другой раз. В другой раз. Лет через 12. Что ты сказал? Я сказал, что ты возьмешь нас на водопады, когда приедешь в следующий раз. Лет через 12. Я что-то не так сказал? Папа. Давай, иди за братом. Иди, иди. Наверное, это из-за денег. Нет, не из-за денег. Ну, тогда из-за того, что ты в ресторане начал выделываться. Не из-за этого. Ну, а из-за чего, умник? Да из-за того, что мы ему нафиг не нужны. Ни ты, ни я. Только такой придурок, как ты, не можешь этого понять. Кто придурок? Ты! А ты... Ты трус. Оказались не такими важными, мы едем на водопады. Значит так, парни, у меня есть ровно 3 суток, чтобы добраться до одного места и сделать кое-какие дела. А потом едем на водопады, хорошо? А мама? Она ждет нас завтра утром. А побыть с отцом лишних 3 дня ты не хочешь, сынок? Или предпочитаешь подождать еще 12 лет? Андрей? Вообще, мы хотели порыбать. И мама же знает, что мы с тобой, так что я не против. Иван, единогласно.
Андрей, садись, едем. Я хочу есть. Андрей, ты хочешь есть? Нет. Я тоже не хочу. Жди ужина, сынок. Все-таки возьму. Сколько же я здесь? Нафига! И мне возьми! Сам бегай! Ну ладно, попроси у меня что-нибудь. Что с ней делать? Можно было бы уху приготовить. Пап, ты умеешь? Нет, я не ем рыбу. Почему? Наелся однажды. Нет. Далеко. Так, костер не забудьте потушить. Эй, орлы, кто палатку так натягивает? Перетяните. Перед ним расстилаешься. Кто расстилается? Ты расстилаешься. Папа-ту, папа-сю. Как он взрослый. А мало ли взрослых. Любому слову его веришь. В рот заглядываешь. А он неизвестно кто. Может, бандит. Возьмет и прирежет нас в лесу. И что? Че слышал? Ну и дури ты, мелкий. Посмотрим, кто дурень, когда он ножом достанется. Смейся, смейся. Ты чё? Сейчас кто-то будет резать глупого Ивана. Что ты делаешь? Да перестань. Сейчас кого-то зарежу. Перестань, иди нафиг. Отстань. Отпусти. Сдаешься? Отпусти. Сдаешься? Ты что, не понимаешь, что ли? Мы здесь одни. А кто он такой? Откуда мне знать, что он отец? Чё ты ему веришь-то? Дурак. Мама сказала, он отец. Отец, понял? Дурак. Мелкий. Вань. Ты чё, плачешь, что ли? Отстань. Ты чего она придумала здесь аккаунты? Я хочу домой. Слушай, давай завтра на рыбалку пойдем. Рано.
пошли. Спи так-то. Что это? Дневник. Твоя сейчас очередь. Давай завтра, Вань. Поздно уж. Фонарик есть. Договаривали уже каждый день. Мелкий, смотри в улочки. Мы уезжаем. Куда? Дальше я им что, не понял, что ли? Что, папа сказал? Да, папа сказал. Пошли. Еще надо было уезжать. Только клев начался. Оставь эту станцию. Всю подкормку истратил. Можно было бы на спиннинг попробовать. Андрей, посмотри, сколько осталось до Бекетова. Да что нам это Бекетова? Тут такая рыбалка. Че ты ноешь? Ничего, просто можно было еще порыбачить. Мы же сюда отдыхать приехали. Выходи. На, рыбач. Thank you.
Ну, как клёв. На, переоденься. Скажи, зачем ты приехал? Зачем? Зачем взял нас с тобой? Мы тебе не нужны. Нам было хорошо без тебя, с мамой, с бабушкой. Зачем ты приехал? Зачем ты взял нас с собой? Зачем мы тебе нужны? Отвечай, ну! Мать просила меня побыть с вами. Мама просила, да? Мама! А ты, ты сам! Я тоже хочу побыть с вами. Зачем? Чтобы издеваться над нами. Переоденься. Выходите из машины. Разулся хотя бы. Что? Иван, разувайся. Держи. И куртку надень. Рубите веток. Я сказал под колеса, а не перед колесами. Это как? Ручками, ручками. Показывай один раз. Ясно? Да. Теперь то же самое с тем колесом. Дружишь, а? Что? Ну и дело тогда сам, раз ты такой. Становитесь сзади и толкайте. Толкаем раскачку на раз, два, три. Раз, два, три, толкаем. Раз, два, три, толкаем. Понятно? Понятно. Иди садись за руль. Садись за руль, я сказал. Газ справа, сцепление слева. Я знаю. Андрей, молодец. Двигайся. Иван, садись.
Пап, что это? Куда мы приехали? Здесь кто-нибудь живет? Нет, здесь никого нет, мы одни. А что мы здесь будем делать? Здесь ничего. Мы переправимся на остров. На остров? На какой? На тот? Не, на другой. Выходите. Наматывай плотнее, чтобы не болталось. Нашел, молодец, ставь на костер. Пап, что мы дальше будем делать? Рассмолим лодку и поплывем. А долго плыть? Долго. Андрей, получше промазывай, чтобы просветов не было. Вот этот шов. Спустите лодку на воду. Вещи положите. Садитесь на весла. Ну что уставились? Гребите. Куда? Прямо. Иван, держи лодку носом к волне, бестолочь! Так, гребите по моей команде. Подняли весла. Я сказал, подняли весла. Начали. И раз. И раз. Давай, давай, Андрей. Вот так. И раз. И раз. И раз. И раз. Я больше не могу. Можешь, Иван, можешь. И раз! И раз!
Мокрую одежду, сушиться повесим. Да, конечно. Задержи дыхание и пей. Запей. Стоп. Иди спать. Еще раз тронет меня, убью. Черт, намокло. Ты серьезно, что ли? Чего? Насчет того, что убьешь. Тронет, убью. Где взял-то это? Там, в палатке. А он что, спит? Его там нет. А где он? Подожди, ты что, ее украл? Да. Положи сейчас же на место. Нет, я хочу, чтобы он был всегда со мной. Зачем? А если он знает, что ножа нет? Ну, нет и нет. Я тут при чем? Потерялся. Ты ж не скажешь, что я его взял? Нет, конечно. Ну и все. Я тут видел, как рыба плескалась у берега. Вот такая вот. Только черви надо. Такая на хлеб не пойдет. Слушай, а дай ножик поносить. Не сейчас, потом. Нет, он будет всегда у меня. Эй, Соня! Ну что застыли? Пойдем, я вам остров покажу. А позавтракать не надо? Позавтракаешь позже. Пойдем. Иван, в чем дело? У меня нога болит. Нога болит? Ну, отлежал, наверное. Идем. У меня нога болит. Не пройдет, вернешься. Пошли.
Давайте за мной, парни. Сейчас все увидите. Ну что, полезли? Давай, давай. Боишься? Нога болит. А где Иван? Он не полез. Понятно. Он высоты боится, папа. Ух ты. Иди сюда. Смотри, вон туда. Ух, класс. Андрей, ну-ка быстро вниз, быстро. А еще знаешь, анекдот такой. Мужик звонит. Алло? Это военная ракетная база? Вы не туда попали. Милок, это вы не туда попали. Еще знаешь, мужик на руке бьет. Ладно, хорошо, понемногу. Спасибо за компанию. Сейчас мы с Андреем за дровами, а ты вам помоешь посуду. А что это? Кто последний доедает, тот за всеми убирает. Ну ничего, ничего. Для первого раза сгодится. Там это... Твоя мишка утонула. Утонула? Ее волну смыло. Смыло? А с чего я буду есть сон? Я не нарочно. Ну ладно, я покажу тебе, как вырезать миску из березы. У меня не получится. Я тебя научу. Что такое опять, а?
Чего? Можете пока заняться своими делами. А ты куда, папа? Пойду прогуляюсь. Нам черви нужны. Здешняя рыба на хлеб не пойдет. Ищите. Ищите. Легко сказать. Только гум один песок. Слушай, а че на рюкзак взял? За грибами, наверное, пошел. Слушай, давай в лес подальше смотаемся. За червями, а? Далеко. Ну че далеко, черви нужны? Все равно. Ну пойдем. Банку возьмем. Сойдет? Сойдет. Точно я тебе говорю. Я на вышке был, там кругом вода. А людей тоже? Наверное, нет. Иду, иду. Иди сюда. Смотри. Откуда здесь яма? Какая разница? Главное, червей полно. А где банка? Сама будет прыгать. Ну что, с берега покидаем или? Конечно, лодка. Подожди, надо у отца разрешение спросить. Вань. А что спрашивай? Что, мы сами грехи, что ли? Давай толкай. Куда вы? А ну-ка вернитесь. Мы тут у берега недалеко. Пап, мы ненадолго. Держи. Час вам даю. В 3:30 обратно сворачиваемся. Понятно? Понятно, пап. Давай садись. Через час, что были на месте. И чтоб я вас видел,
Понятно, папа! Понятно, папа! Ух, блин, нарвешься ты сейчас, мелкий. Ей-богу. Мелкий, слышь, давай сматываться, уже 3. Отец сказал, через полчаса вернуться. Сейчас еще пару раз закину. Да бестолку, не клюет сегодня. Андрюх, давай все-таки сплаваем. Отец сказал вернуться. Да заладил ты. Сейчас быстро сплаваем и обратно. Ну ладно, давай. Что там такое? Да там сейчас рыба была такая, огромная. Где? Андрюх, беги за удочкой. А что это? Быстрее беги! Блин! Слушай, что мы отсюда скажем, а? Что скажем? Рыбу поймали. А ты плыть не хотел. Видела, как вы поймали? Андрей, который час? Что? У тебя часы сколько времени? 7 часов, папа. 7? А во сколько вы должны были быть на берегу? В 3:30. Не, ну кто ж такую рыбу отпустит? Я не с тобой разговариваю. Как такое могло случиться, Андрей? Ну ты же видишь, что ты делаешь. Ты не слышал, как я вас звал? Нет. Не смей меня бить, я тебе объясняю. Рыба попала на крючок. Я тебе дал часы для чего, как ты думаешь? Чтобы я помнил о времени. А что произошло? Мы поймали рыбу. Не трогай его, это я! Я его задержал! Не надо, мы нашли корабль! Папочка, это правда. Не бей меня, это Иван. Не сваливай вину на другого, часы были у тебя. Ну и что? Что ты хочешь от меня? Сволочь, гад! Ну убей тогда меня, убей, что? Убей! Сука, ненавижу! Убить тебя? Да, да! Убить тебя? Да! Стой! Да! Если тронешь его, я тебя убью! Убьешь? Стой, не подходи! Не подходи, стой! Стой, не подходи! Я бы мог любить тебя, если бы...
ошибаешься, сынок. Нет, 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 нет. Иван! Будь здесь. Будь здесь. Чего смотришь? Бери его за ноги. С топором. Зачем? Я сказал, урод, беги за топором.
могу, Андрей. Все, грузимся. Thank you.
Сейчас, подожди. Сейчас мы перейдем. Папа!